группа «Винтаж». Ну, я впервые услышала просто песни на радио. И помню, что очень понравилось, и подумал, что хорошая, качественная музыка. Есть такая группа «Винтаж», это уже достижение. Мне очень нравится группа «Винтаж». «Винтаж» — это такое что-то, что фундаментирует, я бы даже сказал, наше самосознание. Такой нестандартный вопрос. Несколько слов о группе «Винтаж» особенно. Еще несколько слов о группе «Винтаж». Несколькими словами о группе «Винтаж». Боюсь, что дело не обойдется. Группа «Винтаж» нам приснилась во сне. Все, что происходит сегодня с группой «Винтаж», это много со временем. Настолько много позитивных, приятных эмоций от группы «Винтаж», от их творчества. Я считаю, что группа «Винтаж» Я считаю, что в группе «Винтаж» собрались очень талантливые ребята. Мне кажется, у «Винтажа» большое будущее. Я любитель мелодичной европейской музыки, и в этом плане я приветствую группу «Винтаж». Всю ночь не спать. Опять меня лишает сна моя печаль. И вот я плавно по течению вдоль сомнений, не забвенья. Вот ты в толпе мне показалась, успокоит тихая река. Водой укрой. Сестра, ты знаешь, как мне жаль. Прости за боль. Ведь мы с тобой одно и то же, так похожи. Что одной из нас досталось, успокоит тихая река. Прости, 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 прости,
Женская сила в женских слабостях. Поэтому, когда девушка вдруг начинает становится мягкой, немножко обидчивой, и еще если она пустит слезу, немного заплачет, то тогда мужчина готов пойти намного больше, нежели если женщина будет у него это требовать. Естественно, Аня – это главный персонаж в этой группе, которая мне лично очень нравится. Я собираю ее фотографии. Вот, у меня есть великолепные фотосессии. Особенно мне нравится, где она раздетая. Очень сложно себе представить более сексуальную девушку. Я ее очень сильно люблю. Для того, чтобы чего-то добиться, то женщина, конечно, должна быть сильной, внутренней. Может быть, она внешне божий одуванчик, ласковая, милая, нежная, но у нее должен быть стержень. Вот этот стержень – это и есть сила внутренняя. И это должно присутствовать для успеха, я считаю, однозначно. Они же, по сути, существа такие какие-то непредсказуемые. И действительно, они всегда очень любят подонков. А подонки, где подонки, там и какой-нибудь криминал. Из уст группы «Винтаж» криминальная любовь, она, знаете ли, какая-то такая изящная. Как-то в криминал не особо верится, потому что очень интеллигентные и очень порядочные люди. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. И, знаешь, такая женщина, как Аня, может завести, обмануть. Любовь вообще штука криминальная. Все она с нами так случается неожиданно. Ни у кого нет стандартной любви. Все такое, нет, давайте назовем обычная любовь. Как-то будет. Ну, всем хочется необычной, не знаю. Любовь вообще такая штука.
что она с нами делает в жизни. Поэтому это все вообще сплошной криминал какой-то. Отлично, криминальная любовь, супер, вот так, мне нравится. Наверное, это какая-то страсть. Криминальная, значит, запрещенная, правильно? Вот, значит, какая-то яркая, сумасшедшая любовь. Ни для кого не секрет, что когда группа «Винтаж» звучит, скажем, на Европе Плюс или на русском радио. Вот это особенно, друзья мои. Знаете, что в этот самый момент, это могут подтвердить все окружающие меня люди, в этот момент я подпеваю. О, мама мия. Это так сигнал, маячок такой. Что-то яркое, горячее и запретное. Вот, сумасшедшая любовь какая-то, в общем, криминальная любовь. Криминальная любовь, закипела кровь. Винтаж, ведь в самом названии даже есть уже, на мой взгляд, философия. Поэтому если где-то собрались ребята на фоне, скорее всего, человеческих симпатий, и при этом у них получилось то, что привлекло внимание значительной части аудитории, это колоссальный труд, не только музыкальный, но и еще общечеловеческий. Эти ребята имеют фантастический бэкграунд собственной огромной школы, которую они прошли,
и их карьеры молодых вокалистов, замечательных коллективов, в которых они работали много лет, и то, что они убежденно вернулись на сцену, очень хорошо понимая, что сейчас они хотят сделать и сказать, свидетельствует, это говорит само за себя, и свидетельствует о том, что они очень точно понимают, как и что им нужно петь. Песни группы приятно глубоки и приятно позитивны, да, то есть нету излишнего заигрывания с попсовыми традициями российскими, да, которые, в общем-то, уже изъезжены вдоль и поперек, вот, но и все очень доходчиво и очень качественно сделано. В наше довольно, не побоюсь этого слова, такое конъюнктурное время в шоу-бизнесе, ребята стараются делать абсолютно, не боясь этого, делать что-то свое и делать какую-то модную, действительно соответствующую сегодняшнему времени музыку, и вот только за одно это уже можно им сказать огромное спасибо и чему-то даже у них в этом смысле поучиться, конечно. Перестанет город просыпаться от звонков электронной почты. Домой стучит любовь. Я недоступна, слышишь? Я с дождем ушла гулять по крышам. Теперь я свободна. И только для тебя. Станет город просыпаться от звонков электронной почты. В дом мой стучит любовь. Я недоступна, слышишь? Я с дождем ушла гулять по крышам. Теперь я свободна, видишь? И только для тебя. Запреты, сомнения, сквозные ранения. Сердце на вылет, стреляла не я. Мои настроения, сквозные ранения. Я все прощаю. Целься в меня. Через расстояние, через сотни городов, в радиоприемник дождем ушла гулять по крышам. Теперь я свободна, видишь? И только для тебя. Запреты, сомнения, сквозные ранения. Сердце на вылет, стреляла не я. Мои настроения, сквозные ранения. Я все прощаю, целься в меня, целься в меня, целься в меня. Я все прощаю. Thank you.
вселяйся в меня. Когда я не выключаю радио, когда я слышу группу «Винтаж». Уже не говоря о том, что это мои друзья, и я очень хорошо отношусь и к Алексею. Мы с ним знакомы 15 лет. Ну, не будем рассказывать, упоминать о нашем возрасте сейчас. И достаточно тесно и плотно общаемся на протяжении этого времени. Я очень хорошо отношусь к Кане, она мне очень нравится чисто внешне. Мне очень нравится то, как развивалась ее творческая карьера, да, до группы «Винтаж». Надо сказать, что в лицее она была, она выглядела как поющая старшеклассница. Сейчас она молодая, красивая женщина. Я помню Анечку во времена лицея, да, и, в общем-то, тогда еще как бы знал на 100%, что именно она в состоянии и по ресурсам, и по обаянию, и по таланту сделать карьеру. Сольную или не сольную продолжить – это больше, чем штанишки группы лицей, да, вот, или рамки группы лицей. Аня абсолютно профессиональная, сформировавшаяся артистка, да, с большой буквы «А». С Лешей мы знакомы очень давно. Он, на самом деле, один, наверное, из самых вообще талантливых авторов, которых я просто знаю. Вот мелодист самый сильный, наверное, в нашей стране. Все, что касается мелодики, это вот просто это его. Это прям вот он гуру настоящей мелодии. Вот я не случайно сегодня надел вот эту маечку, вот этот кипарик, потому что, на самом деле, самое яркое, наверное, воспоминание Лешиной юности – это то, что когда ему еще не было 17 лет, мы с согласия его родителей вывезли, значит, достояние республики в Соединенные Штаты Америки. И это он ходил к дому Мадонны и постеснялся, будучи на самом деле стеснительным ребенком, подарить ей цветы и объяснить свою любви, потому что одна из первых песен была посвящена именно Мадонне. Это очень сложно получиться однажды, потом еще раз. А у Леши это получилось. Любовь, война.
за окном серый дождь до утра, до утра. Нам приснилось во сне. В результате шаманского сеанса всплыло нам три фигуры. Моя любимая группа «Винтаж» спела песню про моего любимого, опять же, Диму Билана. Вот, то есть это как забава. Это значит, что ребята умеют стебаться. Ну, у них свои причуды, я бы сказал. На самом деле интересно еще, в каком контексте они, понимаете ли, посвятили песню Диме Билану. А в любом, понимаешь, мне кажется, это как раз показатель зрелости и уверенности коллектива в себе, в собственном творчестве. Ну, в общем, да. Потому что действительно серьезная заявка. Особенно если в том самом контексте. Типа... Прекрасное произведение, хотя бы суть по названию. С недавних пор Дима – это мое любимое мужское имя. Мия очень хорошо вписалась в эту группу, и получилось такое замечательное, очень красивое, современное, очень модное трио. Когда я ее первый раз увидела, скажу, что она мне очень понравилась. Очень понравилась, потому что эта девушка сразу выделялась своей индивидуальностью, яркостью, непохожестью, просто талантом. Человек, который участвует
так скажем, в такого рода проекте, и он принят полноценным участником в группу, а неважно, поет он, танцует или стоит за диджейской стойкой, или там за клавишами еще где-то, но он себя ощущает полноценным, полноправным участником, мне кажется, в этом и есть здоровое зерно, что ли, потому что человек полностью себя отдает этой работе. Девочка по имени Мия, которая вот отжигает на каждом концерте. Вот я прям сколько смотрел, она прям вся горит, трепещет, я бы сказал. И вот она прям очень классная, прям вот очень, очень хорошо двигается. Я прям, Мия, я тебя обожаю, честное слово. Донесение мысли, творческой мысли, все средства хороши. Всего хорошего. Ну, я уверен, что Егор-то был застрахован правильно, поэтому. Что он мне должен такого сделать, чтобы я разбила его машину, в общем-то. Я бы скорее голову ему разбила, чем машину. Мне кажется, это логичнее было. И более так феерично. Меня пугает такая реакция женщин. Конечно же, любой мужчина, в конце концов, простит все. И даже когда женщина разбивает его любимую машину, и даже когда она бьет посуду, очень часто женщины от бессилия именно таким образом и поступают. Хотя я должен сказать, что любому мужчине как раз больше нравится совершенно противоположная реакция. С моим автомобилем навряд ли бы так поступили. Ну, возможно, он не настолько многобюджетен. Нет, я бы не стала разбивать машину, может быть, он ее просто больше бы не увидел. Не, ну любой бы человек расстроился, мне кажется. Да нет, страховые компании у нас сейчас хорошо очень работают. Ну это же все равно волокита какая-то, ехать в страховую компанию, документы там, эксперты вызывать на место. О чем мы говорим? Во-первых, у меня нет машины. Во-вторых, нет квартиры. Нет квартиры. В-третьих, нет денег. Нет денег. В-четвертых, нет ума. Нет. Я бы на самом деле, даже для съемок, Ягуар заменила бы какой-нибудь другой машиной, а Ягуар бы оставила, честное слово, разбитый Ягуар. Он бы мне во сне являлся. Так поступать с техникой просто не по-человечески, я считаю. Ягуар, да черт бы с ним.
Но у серых стен и мокрых крыш домов луна среди антенн. На стенке календарь и под окном фонарь, и никаких проблем. Вот только нет тебя, а я себя накручиваю черною тучею, думаю, мучаю, а знаешь, не круче ты. Всего хорошего, ведь это я тебя прошу на, ведь это будет несложно нам. Тогда канала любовь, война. Всего хорошего, ведь это я тебя прошу на, ведь это будет несложно нам. Тогда канала любовь, война. Черною тучею, думаю, мучаю, а знаешь, не круче ты. Поем! Всего хорошего, ведь это я тебя брошу на, ведь это будет несложно на. Тогда канала любовь, война. Всего хорошего, ведь это на, ведь это будет несложно на. Тогда канала любовь, война. Тогда канала любовь, война. Ну что, кому до канала любовь, война? Поем! Всего хорошего. Сложно. И всего хорошего, ведь это я тебя брошу на, ведь это будет несложно на. Тогда канала любовь, война. Всего хорошего. Если песни идут от души, или они написаны от души, или они исполняются от души, это всегда чувствуется. Что такое душа? Но она в нас присутствует, это однозначно. Мы все знаем, но хотим ее просто как-то испытать и измерить. Не знаю, насколько там 21 или 23 грамма она весит. А я думаю, что душа, она вообще невесомая. В каждом человеке есть душа, что мы обсуждаем. Поехали!
этим ребятам из группы «Винтаж» удалось найти тот фантастический, вот знаете, тоненький проход между Стулой и Харибдой, который позволяет назвать их музыку настоящей, но при этом она понятна абсолютно любой категории зрителей. Группа «Винтаж», она самодостаточна, самодостаточна, потому что ребята делают все сами. Рады, что у них вышел альбом, то, что этот альбом получился замечательный. Я его слушал специально, там, искал всякие подвохи, там, недочеты, но не нашел их. То, что я, в общем-то, вижу, это здорово. И, на мой взгляд, это интересно, это профессионально. Я, на самом деле, вот не видела, вот, что подобное было вот, в России. Как получается, что мы видим, что артист делает это искренне? Потому что, когда он, невзирая на все абсолютные какие-то рамки, на все созданные уже какие-то стереотипы и образы, он просто начинает творить и создавать, не боясь ничего. И в этом и заключается вся искренность, наверное. Ну, знаете, миллионы людей не могут ошибаться. Я уверен на 100%, что ребята делают это абсолютно искренне. Это всегда слышно, ну, мне так кажется. Вот я всегда слышу, какие песни искренние, какие от души, какие нет. В общем, ребята делают все правильно. И по большому счету особо и не стоит слушать никаких советов. Нужно просто работать самим, нужно самим чувствовать зрителя. Нужно при любой возможности выходить на сцену. И это дает обязательно обратную связь и понимание того, что нужно зрителям. Потому что каждый артист работает именно на зрителя и для зрителя, а не для самого себя. Откровение мосты, фантики мечты разбросала по столу. Так устала оставлять многоточие следы. Проще было бы летать, так не издавать. Для тебя мне придумать.